Дорогие мои друзья, в этом видео я расскажу вам о животных, которые живут после смерти. Начнем со змей. Некоторые виды из них легко могут прикончить вас после того, как вы оторвали им голову. Например, обезглавленная гремучка продолжает озираться по сторонам и поджидает, чтобы нанести удар. Даже в таком состоянии змея способна укусить и спрыснуть смертельную дозу яда спустя целый час после отсечения головы. Так что мы имеем настоящего зомби. В 2016 году в штате Теннесси отрубленная голова гремучки укусила пожарного, отдыхавшего со своей семьей на природе. Парень только хотел выкинуть голову убитой им змеи и не ожидал, что она, будучи без тела, может его укусить и выпрыснуть яд. После укуса пожарный почувствовал, что его губы и горло отекают. Он сделал еще несколько шагов, потерял сознание, упал и ударился головой о камень. Спасателям понадобилось больше часа, чтобы добраться до пострадавшего, вынести его из леса, а затем доставить в больницу на вертолете. К счастью, парня хоть и с трудом, но удалось спасти. А вот шеф-повару Пенхану из южно-китайской провинции Кантон повезло куда меньше. Однажды в ресторане он готовил особое блюдо из индокитайской ошейниковой кобры, которое считается редким и изысканным деликатесом. Повар собирался выбросить обрезанную 20 минут назад голову змеи в мусорный бак, как вдруг она, голова, укусила его за руку, спрыснув свой смертельный нейротоксичный яд. Бедный повар погиб еще до приезда скорой помощи. Таким образом, змея смогла отомстить после смерти за свое убийство. Но есть еще более фантастические факты, когда змея поедает саму себя. Но спрашивается, что заставляет змею запускать процесс самоуничтожения? Оказывается, все дело в обонянии. Змея безоговорочно доверяет запахам, и очень зря. Они ее иногда сильно подводят. Когда пахучие частицы еды попадают на хвост рептилии, она может посчитать свое тело добычей и немедленно напасть на него. Бесчисленное количество змей погибли вот таким нелепым образом –